Ну что, друзья, продолжаем за нашего мальчика Люциуса. Так, и что там? Ага. Джек просил брать осколки в моей комнате. Осколки чего? Вот и вот пришли, чувствую себя как дома, можешь спать в комнате справа. Это я слышал. Как он трещит, а? Иванская с пиццей. Что-то пицца-то уже затухла. Опасно, опасно. А это старые пометочки, да? Это священный свиток, закрытый 7 печатями. Он был дан мне моим отцом после войны с Исааком Ладлоу. Говорят, что эти печати не могут быть открыты человеческой рукой. Чё ты не взял? Надо было взять. So, так, ладно, у меня было время ознакомиться с этим, пока ты делал свое дело. И я понял, что того, чтобы открыть печати, нам нужно воспользоваться определенными событиями. Кажется, это что-то вроде продолжения той истории о пророчестве, как и с трубами. Нужно создать цепь событий, которая произойдет, короче. Четыре всадника. Например, посмотри-ка сюда. Я думаю, что это первым делом надо найти своего рода правителя или парня, который обретет контроль над чем-то, над местом. Здесь не так много людей, которые бы соответствовали описанию. Есть строчка про стрелы и лук, нам нужно найти зацепки. Как только мы убедим, что наша цель, нужно так убедиться. Ага, ну короче, расследование. Херачимся, получается. Итак, думаю, завтра мы должны нанести всем визит. И все еще должны работать, чтобы поддержать видимость того, что у нас есть все хорошо. Никогда не знаешь, что будут ли визиты полезными для нашего дела. Ну да. Определить, получается, четырех всадников. Интересно, как мы собираемся превратить четырех людей во всадников? Нужно проявить изобретательность. Адвокатишка стопудово. Он мерзкий какой-то. У Джека есть план того, что нам стоит сделать. Наша цель — найти людей по описанию, подходящих четырем садникам. Кто там? Смерть, война, ярость. Зависть или раздор. Что ты хочешь, молоко что ли использовать? Болванчик. Глава первая. Если ты призовешь его, он придет. Двадцать октября 1974 года, 9:32.
Игрушечный робот, работающая батарейка, отдельный батареек на спине, игрушечный... Спине... Игрушка завинчена, плоская отвертка. Потом найдем. Так еще страшно светит. Ты здесь? Мужик. Вот это ты. А, еще один. Про ребенка своего держит дела прям рядом. Перечитывают, что ли? Ты что, типа готовишь? О, доброе утро. Ты проснулся, а я только собрался идти и будить тебя. Как спалось? Были какие-нибудь путешествия во сне? У него седые брови, чувак. Я сделал завтрак, надеюсь, ты любишь яичницу. Думаю, тебе стоит поесть и одеться во что-нибудь более презентабельное. Нам стоит идти, если мы хотим все успеть. Что это такое? Это мясо, что ли? Завтрак, я должен съесть его перед тем, как мы пойдем. Нормально. Сразу захавал. Хорошо, теперь можно идти. Джек хочет, чтобы переоделся и завтрак перед тем, как мы идем. Так, я переоделся, да? Нормально. Презентабельная внешность. Самое то. Давай, пойдем. Куда ты здесь? Воронье. Follow me. Следуй за мной. Используйте карты М или сердце F для быстрого. Hello? Вот это да. В доме ничего нету. Нормально так. А, мне надо его было подождать. Это дом Фрименов. А они же наши ближайшие соседи. Важно поддерживать с ними хорошую связь. Это тип людей, которые любят сплетни, любят совать нос в других дела других людей. Кроме того, они до ужаса набожны. Лучше их посетить. Ага, и проверить. И будь внимателен. И не суй сам в их дела носа. Как жутко они быстро читают эти титры, это вообще капец. Станцуем. Come on in, detective. Здравствуй, детектив. Я видела, как вы, ребята, прошли большой путь до сюда. Я сейчас занята готовкой, но хорошо, что вы привели ребенка в гости. Я уверен, что он хорошо проведет время с моими детьми. Мне ножик давай, и я буду Майклом Майерсом. Вы хотите что-нибудь? Кофе? Чай? Пиво? Может быть? No, ma'am. Нет, мэм. Спасибо, я хотел поздороваться и прийти мальчик познакомиться, поскольку мы скоро должны идти. О, это очень плохо. Ну, чувствую себя как дома. Думаю, Гэрис сработает над чем-то в своем кабинете. С
посмотрел на время. Че, серьезно? Работа? Почему бы тебе не смотреться? А пока что поговорю с хозяйкой. Че, натворим что-нибудь? Так, сбор сведения у Фримена, задача нелегкая. Это чудаковатая семейка, безусловно, настораживает. Их почтовый ящик выглядит очень любопытно. Здорово, что у них есть бассейн на заднем дворе. Значит, бассейн нужно проверить. Чудически. Все нормально? С прошлого раза. Журнал предназначен... Смотрите, это же ребенок, несущий смерть. Может быть, попытаться убить тебя? А что, нет? Я не испуган. Если не попробовать что-нибудь сделать, я использую свою винтовку. Если он убьет меня, я надеру ему жопу. Ты думаешь, что он умрет, если ты выпустишь в него пулю? Ну, не знаю. Он выглядит довольно хрупким, по-моему. Кипарики. Кипарики вообще какие-то стрёмные. Вообще голос такой... Ой, жесть. Так можно, а? Мерзкие прям. Меня не напугать. Я тебя напугаю. Журнал предназначен для маленьких девочек. Ярко-розовая обложка и внутри фотография известных мальчиков. Ох уж эти девочки. Опа! Это я. Пожалели? Эти ребята думают, что могут задирать меня, и я покажу им настоящую силу. Но не сегодня. На данный момент я должен смотреть и выяснить, какие черты таит в себе этот дом. Ага, дети Фримена. Так. Джейм Дэйв Уильям Фримен. Дети из семьи Фрименов аморальные и глупы. Как же странно, они говорят. Один начинает предложение, другой заканчивает. А я показал им небольшой трюк. Они пытаются издеваться надо мной. Как забавно. Я не впечатлен. Могу показать им, что такое настоящая боль, но не сейчас. Да. Так, там... Здесь ничего. Странно, что лето и бассейн не залитый. Ух ты, нифига себе, поля. А там поля, а там поля. Ага, гаражик. Я ничего не наблюдаю здесь. Угу, ну это выход. Посмотрим, что здесь еще есть. Так, они здесь болтают, я наверху. А, это там внизу шкварчит. Это детская, да? А ну-ка не каркай мне. Футбольный шлем. Ну с их там умом, конечно. Там мозгов убивать не надо. Все же нормально, такой раз, как бы сказать. Сила есть, ума не надо. Еще один журнал. Well, hello. О, привет. Who do we have here? Кто это у нас здесь? Я тут. I was just просто писал письмо. Here. Работа. Work, ну ты понимаешь. You know. Как дела, сынок? How are you, son? Ты выглядишь, как будто, как это сказать, представительно. Да. Как мой мальчик относится к тебе?
Если они ведут себя агрессивно, то просто скажи мне. Я об этом позабочусь. Мы планируем сделать бассейн на участке. Мне бы хотелось видеть, как ты в нем будешь плавать один из дней. Тебе нравится плавать? Как-то ты странно это приближаешься. Ты не больной? Ага, он... О, так, Гэри Фримен. Что-то с этим человеком не так. Он живет со своей семьей по соседству. Наверное, он юрист. Он пишет что-то в своем кабинете. Он выбирает очень странный журнал для чтения. Ему также нравится нарушать личное пространство при разговоре со мной. Мне это ничего не нравится. Я об этом же говорю. Этот дом изобилует журналами, которые предназначены для маленьких девочек. Что-то с этим временем не так. Он какой-то конченый, я говорю уже. Он какой-то... Это если он использует эти журналы, это странно. Сидит, мальчиков рассматривает. Ну, у него три пацана. Похоже, Джек уже ушел. Не стоит пойти за ним. Кажется, он выдвигался по направлению к школе или мэрии. Так, а где там? На кухне. А похавать вы дадите мне? А здесь у нас... О, может отвертка? Во! Отвертка. Она нужна будет, да-да-да. Мы хотели батарейки всунуть в нашего робота. Странная штука из металла. Помеченная как Т1, 2, С3. Короче, все пригодится. Я обнаружил несколько странных пробитых половиц. Не получается открыть их даже своими силами. Мне понадобится лом или что-то вроде бы того. Это где? А, это здесь что ли? О, точно, смотри. Лом, лом, лом. А здесь нету лома. Значит, ты кого-то еще найдем. Лом. Я вот смотрю, что это такое? Труба? Ага, пластиковая труба. Наблюдаете, наверху тоже нету. Как так? Лома? На месте нету лома вот здесь вот. Почему? Что это за фигня? Все есть? А лома нет. Странно, странно. Что у вас есть поесть? Здравствуй. Ну хоть и реагируют. Хоть и реагирует как-то. А то вы такая как тупизна просто берет. Да, да. Что? Полванчик. Так, ну что, отправляемся. Друг, ты меня забыл. Школа. Школа, школа там, впереди. И что такое у нас? Водонапорная башня. Водонапорная башня. Не прошло много времени, а я снова около одной из таких построек. Не думаю, что здесь есть что-то полезное, но все же. Никогда не знаю, что можешь найти в данном... Даже в самых неожиданных местах. Да. О. Веревка. А может здесь лом будет?
Побалванчик. Здесь содержатся какие-то документы, он содержит полезную информацию о городе. Я нашел документ, в котором говорится, что водонапорная башня построена корпорацией Вагнеров, которая была основана моей дедулей. Здесь также много подписей, одна из которых принадлежит судье Джексону. Под названием компании оставлена строчка «Debit Deus Has Quaque Fim Fenem». Что это, блядь? Меня ждал? Да-да, я знаю. Что ты знаешь? Пойдем. Пойдем сюда? Good morning, detective. Доброе утро, детектив. Чем я могу помочь? Hello, Mrs. Green. Здравствуйте, мисс Грин. Как вы заметили, со мной стоит вон этот маленький паренек, которого нужно продолжить обучение. Я знаю, что ранее он обучался на дому, но сейчас это не вариант. Уверен, что можем приспособить его в городе. Не так много детей, но, впрочем, он не станет проблемой. Не так ли, Лицос? И да, еще кое-что. Он не особо разговорчив. У нас здесь достаточно шумно, поэтому немножко тишины будет как раз кстати. Конечно. Ничего, если он немного осмотрится. Да, все равно находиться весь день буду здесь. Думаю, начнется следующей неделе. Дайте ему шанс отдохнуть и привыкнуть к новому дому и ко всем остальным. Конечно, в этом году мы устроили детям каникулы на Хэллоуин. Думаю, они будут рады наличию свободного времени для подготовки костюмов. Тогда это идеально подходит. Спасибо, Аманда. Еще увидимся. Октябрь, да? Октябрь. Рома должна определить уровень твоих знаний, а потом уже выбрать для тебя курс обучения. Какого там у них? 13 октября? У нас 31-го. Что-то такое. Или единое. Так, Аманда Грин. Она замужем за доктора Грина, работает учителем в школе Уинтерхилл. Встретил ее на барбекю. Она, мне кажется, довольно милая. Она работает учителем в школе, замужем за доктора. Возможно, позже она может быть полезна. Довольно небольшое здание, ведь в городе не так много детей. Учительница мисс Грин время от времени может быть полезна. Что тут у нас? Здравствуй, могу чем помочь? Смотри как, а? Болванчик. Записки оставлены учителем. Похоже, дети временно проявляют интерес к собранию марок. Они коллекционируют марки, как интересно. Ой, как интересно, марки они собирают. Вот это вот, да? Классно, смотрите. У всех, наверное, была такая резинка стирательная, синяя и красная, но синяя более-менее она стирала. Что там? Мы что-то увидели? Баллончик здесь. Вот, и получается... синяя она... Ой, красная, точнее, красная, она более морала тетрадки и тетрадные листы. Вот эта вот проблема была очень, мне это раздражало. Но синяя очень хороша была, она стирала прям четко-четко.
Похоже, Джек ушел. Не стоит пойти за ним. Кажется, он двигался по направлению к школе или мэрии. Мэрия, а где мэрия? Мэрия. Мэрия – здоровое здание, которое главное, да? Таун Холл. В эту сторону. Вот она, наверное, мэрия. Самое большое здание. А вон и нас ждет. Я не вижу нашего друга. Или это не мэрия? Нет, мэрия. Есть? Так, мэр начинает свою кампанию 28 октября, а значит будет отсутствовать в течение месяца. А, то есть можно взять, ага. Окей. Какие документы? Так, здесь ничего нету. Заседание этих судей. Смотри, а туда ты не пройдешь. С его комнаты только. Судьи комнаты. Можно выйти. И не зайдешь. Габриэль. Документ содержит много информации по делу Моргана против Вагнеров. Если у полиции участка были какие-то улики против меня, то Габриэль, похоже, утаил эту информацию. Похоже, Джек уже ушел. Мне стоит пойти за ним. Кажется, он двигался по направлению школе или мэрии. Мэр. Судья. Hello? Здравствуйте. Мы вас не отвлекаем. Ах, нет, доктор Грин уже уходит. Hello, Jack. Lucius. Здравствуйте, Джек Луциус. Да, итак, Джон. Я вернусь чуть позже вечером. Скажем, часиков... 6 часов. Ага, все в порядке. Тогда и увидимся. Заходи, Джек. Приятно видеть тебя снова. Так-так, чем обязан удовольствием увидеть вас? Но я все еще расследую дело. Наверное, привык сюда ребенка говорить об этом деле не очень хорошая идея, детектив. Да уж, как не смотрели с моей стороны. Как ваши дела? Все в порядке? Я в порядке, просто пытаюсь добраться до истины. Да, я понимаю. Не все пытаемся. Чарльз был мне хорошим другом, и мне будет его не хватать. Просто не могу уложить в голове, как он мог сделать такое. При всем уважении, сэр, я думаю, что стремление занять его место сразу после его смерти не очень хорошая идея. И кто-то должен продолжать работу, которую он начал. Это важно для всех нас, и откровенно говоря, я думаю, что вы переступили черту, детектив. Возможно, извиняюсь, если какой-либо образом оскорбил вас. Не буду вам мешать, сэр. Можно мне оставить здесь ребенка на секунду? У меня есть пара дел, и я думаю, что будет интересно смотреть все здание. Вам не нужно приглядывать за ним или еще что-нибудь. Когда захочет, он сам вернется обратно домой. Вы уверен, детектив? Ты ведь сможешь это сделать, правда? Да, он справится. Не переживайте. Хорошо, но только на несколько минут. Спасибо, сэр.
тоже. Serves you right. Ты этого заслужишь, гнида. Так, мэр Джон Луис Дрейфус, мэр города с тех пор, как Чарльз умер, стал заправлять этим местом. Ага, мэр запланировал встречу, он подходит по описанию как лидер, но у него также должен быть лук. Интересно, есть ли что-нибудь подобное в его кабинете? Что за лук? Чарльз был хорошим другом и будет сорли миссен. Религиозные силы, когда я оскверняю такие, я становлюсь сильнее. Нужно, чтобы эта комната была пуста. Oh, hello, sir. Ну да. Так, что здесь у нас? Здесь за стрельбу из лука. Лук, которого первый всадник. Это явный знак, что он является первым. Я получил это первый со штата 65-м. Я хочу с луком. Это вообще не самое захватывающее орудие, которое ты мог сделать человек. Ты поймешь это когда-нибудь, сынок. Понятно все. Вестибюлю я нашел листовку, в которой говорит, что у мэра запланированы и другие дела. Его кампания начинает сегодня, но сегодня у него также назначена встреча с доктором. Я должен сообщить ему об этом. Персонажи. Он точно первый всадник. Нужно убедиться, что нас не раскроют. Сегодня вечером у него назначена встреча, но я видел листовку в холле с информацией, что его предвыборная кампания начинается сегодня. Нужно показать ему листовку. What's the matter, son? Нельзя переворачивать, да. Это чаша весов, подходящая в офис судьи Джонатана Джексона. Думаю, он подходит под описание, но на данный момент самого судьи здесь нету. Так, а мне кому надо листовку доказать? Oh, hello, son. Здравствуйте. What's this? Что это? О, oh, oh, черт, я должен позвонить ему. Hi, Louis. It's John. Здравствуй, Луис, это yeah. Джон, да, насчет той сегодняшней встречи. Слушай, я не могу прийти. Да. I'm not going to be able to make it. Yeah. No, I'm not trying. Нет, to avoid я не избегаю встречи, я просто в данный момент я занимаюсь предвыборной кампанией. I'm actually starting the campaign trail today. Yeah, I need to be in Little Rock быть в Little Rock в 6, so поэтому я правда не могу встретиться с тобой, понимаешь? Yeah. Да, не могу на протяжении некоторого времени, не будет целый месяц. Нам придется все перепланировать, когда я вернусь. Да, извини, когда я вернусь, я дам знать. Поговорим чуть позже. До встречи. Благодарю, мне больше не придется идти навстречу. Ты мой личный спаситель.
What's the matter, son? Что произошло? Нужно следовать гору для того, чтобы найти решение. Стоит смотреть в оба. Oh, hello, son. Yeah, I guess that's what I was thinking. Да, скорее всего, об этом и думал. Может быть, в том месте, что мы ищем. Пойдем проверим. Это что? Кого мы проверим? Мы только что были здесь. Мы у мэра были, чувак. Похоже, мэр претендует на бывшую работу твоего отца. Ну, бывшую работу Чарльза. Это загон какой-то, да? Он говорит о том, что сегодня вечером он будет в Литл Роке. За 30 миль отсюда. Надеюсь, мы не упустим его. Похоже на то, что сюда никто не придет. Давай проверим, здесь ли сейчас мэр. Когда мы дойдем, я хочу, чтобы ты оглядел кабинет на наличие улик. Мы ищем парня, который приходит по описанию первого всадника. Больше всего похож на короля, которого мы можем найти здесь. Но я не понимаю, как мы справимся с луком и стрелами. Никак. Магия, магия. Блин, мне непонятен действие вот это вот. Мэрия, возможно, лучшее место для поиска лидера. Так мы нашли его. Что за дичь? Мы поняли, что это он. Что здесь непонятного, блин? Это мэр. Мэр. Или кто там, судья? Он сразу и мэр, и судья. Война вот этих, как сказать, что это такое? Почему здесь тупишь? Как не знаю что. Или там надо было специально, ты отвел бы его, а я перевернул эти. Хм, что ты хмыкаешь, пошли. Это был хорошим другом, да я знаю. Все нормально. Тоже мне. Заметят, это намекает. Ну что? Чиган, что ты стоишь здесь? Куришь? Чем мы ждем? Let's find a way to make this happen without bringing total chaos just yet. Он является первым всадником. Улики. Лучше тебя. Странно, конечно, странно. Это очень странно. Религиозный знак. Нельзя. Charles was a good friend of mine and will be sorely missed. Figured I'd find you here.
полицейский сейчас. Ну, он нас уже ждет, он в полицейском участке. Странно. Холл пуст. Что должно быть? Происшествие какое-то произойти? Все сидеть шуметь? Давайте кого-нибудь разорвем. Так, полицейский участок. Что я могу сказать об этом месте? Ну, большая часть времени здесь находится только лейтенант Кимбл и Джек. Уверен, что здесь найдет что-нибудь интересное. Кока-кола. Праздник нам приходит, Сразу захотелось кока-колы, наши любимые. Так, что здесь? Сумочка. Чья-то сумочка. Девушки. Что за дело? Так, без кондиционера. Так, проходим. А мы нашли болванчика. Я тут главный, все. Как-то тихо, да? Кинош какой-то. Кто здесь? В темноте какие-то демоны. Это комната для улик. Наверное, там может быть что-то полезное. Мне нужно найти способ туда проникнуть. Как ты проникнешь? Активу, чтоб не было здесь. Пропали. Похоже на доску, к которой прикреплена фотография пропавшего без вести. На переднем плане вывешена на улице. Но на нем нет фотографии. Только имя Паула Ламберт. Дверху с лейтенанта Кимбл. Постучимся? $10,000 вознаграждения. Сэр. Сэр, вы тут? Детектив, говорите о дьяволе и о Иисусе. Как мило. Что ты здесь делаешь? Не волнуйся, я не стал раскрывать ваш маленький секрет. Да и кто мне поверит? На самом деле, я надеюсь, что вы все же измените свои планы. Джек, заходи. Та-та! Пока, лейтенант. Good morning, detective. Доброе утро, детектив. Как я вижу, ты все еще таскаешь с собой ребенка. Планируешь установить его? Я думаю, что ему стоит присоединиться к классу, чтобы не отставать в программе. А также будет хорошо, если он останется со мной на некоторое время. Не пойми неправильно, но ты понимаешь, что, держа его около себя, ты не можешь вернуть сына. Я знаю, знаю, но я не держу все, я все держу под контролем. Не беспокойся об этом. В всяком случае, что здесь делает Эсбайден? И почему рабочий стол внизу пуст? О, Гейбриэл. О, ты про Гейбриэля. Мы только что разговаривали с ним насчет тебя и насчет твоего дела. Этот человек им занимался. И мы приглянули за мальчишком. Стол пуст, ибо Кэти ушла, как и большинство. Она сильно пострадала за дело Вагнера. Она не могла больше остаться здесь по причине всплывающей ее памяти и воспоминаний. Кто-нибудь еще?
Нет, больше ничего. Then go and do your job. Тогда иди делай свою работу. У нас еще много нераскрытого. И национальная гвардия уведомила департамент о необходимости задержать девушку, которая могла проезжать город. Я хочу проверить, не скрыла ли она, не скрыта она в мотеле. Paula Lambert. Paula Lambert. Tall, blonde, attractive. Высокая, привлекательная блондинка украла 40 тысяч у своего босса. Я разберусь с этим. Come on, son. Пойдем, сынок. Лейтенант Уильям Кимбл, начальник Джека. Нужно быть аккуратнее с этим парнем. Встретил его в полицейском участке. Он разговаривает в своем офисе с Габриэлем, таинственным мужчиной в желтом пиджаке, который стал причиной аварии в ту ночь. Лейтенант хочет, чтобы Джек нашел какую-то девушку, которую зовут Паул Ламберт. Она могла быть здесь проездом. Только телефон и куча дел. Сколько мы, да? Так, сюжет. Так, сюда не проникнем. Здесь больше нечего ловить. Ничего больше не нашел. Надо, надо идти в отель. Закусочная, заправка, свалка. Дом Габриэля, пристань, церковь, обрыв. Вот. Это мотель Мейсона. Там еще и закусочная. Вот здесь закусочная есть, да? Да, там закусочная. Загоняем в закусочную. Посмотрим, что там. О, даже знак есть. Обед. Интересно. Я бы хотел бы, конечно, в такой забегаловке хотя бы попробовать что-нибудь. Там у некоторых дел... Ну, это нормально. Интересно, должно быть. Это стоило целосостояние? Нет, они не так дорогие. Самое смешное, то, что эта чертова вещь срабатывает почти каждый раз, когда он готовит. И иногда ему приходится бежать в дом, только потому что он... оставил печь выключенной. Не подходит для описания человека, который достаточно ответственен, чтобы быть мэром. Я знаю, но все же хорошо, что у нее есть сигнализация. Я в противном случае, причем уверен, он умудрился обожечь это место за тысячу раз. Ах да, разве ты живешь не через дорогу от него? Ну, я считаю маловероятным, что пламя с моего дома перекинется на мой. Но это все равно раздражает, честно говоря. Well, hello there. Привет, я могу тебе... What can I get you, honey? Что тебе дать, дорогуша? Он не разговаривает, Шерил. Он не может это сделать? Это странно. Может, с ним что-то не так? А я все слышу. Нет, в том, что он не говорит. Нет физических причин. Я думаю, что это в первую очередь вызван травмой. Трудно сказать. Он такой уж долгое время. Это печально. Куриная лапша. Может, курочка с лапшой? Thanks, Cheryl. Спасибо, Шерил. Не благодари меня. Благодари моего отца. Thanks, Mr. Williams. Благодарю, мистер Уильямс. Всегда пожалуйста, сынок.
В этой газете говорится «Безумие в Ладлоу». В город прибыла национальная гвардия. Приходящие из города новости ошарашивают. Как минимум 30 человек стали жертвами ужасной резни. Интересно, как долго будут находить тела здесь? Так, но у него в доме установлена бракованная пожарная сигнализация. Я могу использовать ее использую для себя. Вот доктор Луис Грин. Единственный доктор. Ага, я нашел его в закуточной, где он обедал. Этот доктор ужасно фамильярен с официанткой. Кажется, я знаю, что происходит. Они говорили о пожарной сигнализации в доме мэра. Вот она, закусочная. Уютная закусочная, которая довольно резко заходит посетителей. Этим местом заправляет мистер Уильямс. Его дочь Шерил работает здесь официанткой. Ну да, конечно, что здесь нередко заходить. Здесь никого нету. Уборная. Болванчики. Наши болванчики. Как ты там делаешь? Ковчечка уже готова, да? Я бы хотел. Что здесь? О, еще один. У нас куча наших болванчиков. Хорошо. Так. Здесь ничего нету, документов нету, ничего не лежит. Так, ну, пойдем. Пойдем. Надо в мотель сгонять. Там была девушка. Насчет девушки что-то они говорили. И, наверное, на этом, друзья, мы остановимся. Только в следующей серии мы продолжим. Спасибо большое, были со мной. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Ставьте лайк, комментарии. Всем пока-пока, друзья. Аригато.